едут с северной стороны, прямо через перила. Неплохо, Коул. Я возьму эту сторону, а ты следи за той. Что это? Штаны? А, я тоже на что-то гожусь. Их все еще полно. Они идут с обеих сторон! Коул, прикрой меня! Слишком поздно. Проповедник убил ее. Этот сукин сын у них главный. Послушай меня, сынок, у нас мало времени. Я сделал все, чтобы вырастить тебя порядочным человеком, но я всю жизнь тебе лгал. Коплыв вот-вот не выдержат. Быстро возьми это. Это жетон из Альгамбры. Это бордель. Тот Сити, приезжай туда и спроси Дженни. Нет, я тебя здесь не оставлю. Черт, побери, о чем я тебе и толкую. Я тебе не отец. Прощай. Отец! Отец! Прыгай! Ну что, преподобный, выполнены мои приказы? И еще как. А пропавшая вещь? К сожалению, она пропала, сэр. Ты подвел меня! Нет, сэр. Это все шлюха. Она упрятала ее в сейф, а тот ушел на дно вместе с пароходом, сэр! Это не оправдание. За все надо платить. Это что за... А ну, верни. Я не хотел причинить тебе вреда, друг. Я-то думал, ты дохлый. Я же тебя целых три раза пнул. Ты кто такой? Друзья, меня зовут Благочестивый Том. Мне нужно вверх по реке. На наш пароход напали. Утренняя звезда. Но это же было три дня назад. Ты оттуда? Ага. Мне жаль расстраивать тебя, друг, но все твои друзья погибли. Они убили всех и сняли скальпы с каждого мужчины, женщины и ребенка. Чертовы дикари. Нет. В какой стороне отсюда Додж-Сити? Через перевал. Примерно день езды до переправы. Лошадь продается? Что, торопишься? И правильно. Если бы у меня был жетон из Альгамбры, я бы тоже здесь не рассиживался. На вид ты человек азартный. Как насчет пари? Давай, пацан, ноги в стремена и погнали! Так тебе уже приходилось кататься верхом, угадал? Чудненько, готов, приятель? Я действительно благочестив. Я дам тебе возможность чутка потренироваться, прежде чем мы заключим наши пари. Начнем, пожалуй, с галопа. Чтобы пришпорить... Ай, молодчина! Еще раз.
обратил внимание, как он рванул на старте? Точно пинка под зад получил. Если пришпоривать лошадь слишком часто, она может даже умереть. Новую же еще найди, попробуй. Так, теперь поучимся прыгать. Забудь на время про шпоры, и твоя лошадка живет. Еще раз. Ай, молодчина! Ну, парень, покажи, на что ты способен. Окей, любой имеет шанс обставить меня в гонке, если он действительно мужик. Ну, а теперь посмотрим, чего ты стоишь в деле. Ну, кто быстрей? Я! Головы лошадей должны смотреть в одну сторону. Сечешь? Три круга вокруг плуга. Внимание! Приготовься к скачке! Вперед! Круга вокруг луга. Приготовься к скачке. Внимание. Бьем. Побери, ты... Черт, ну ты и шустрый. Ладно, это раз. Теперь посмотрим, как ты с седла стреляешь. Давай за мной. Тебе надо убить как минимум 5 бизонов из стада на лужайке. Помни, чтобы убить бизона, надо атаковать на скаку или поднять лошадь на дыбы. Это раз. И еще один. Окей, давай посмотрим, кто разобьет бутылок больше. Попробуй стрелять из седла. Внимание!
Однако посмотрим, каков ты в бою. Если выиграешь и это пари, парень, мне и правда придется подарить тебе лошадь. Эти чертовы волки опять рыщут в окрестностях. Чтобы заставить их бежать, пользуйся шпорами или тарань их лошадью. Убей всех волков! Ну что ж, парень, ты выиграл честно. Поласкай с ней, ладно? Она была хорошей лошадкой. Спасибо. Черт побери, что же вы так долго-то? Благочестивый, говоришь? А ты как думал, что я просто так, без боя, свою лошадь отдам? Пора мочить ублюдка. У него при себе жетон из Альгамбры. Прощай, Том. Буду проезжать мимо. Обязательно подброшу тебе землицу.